Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале SmartWatch, канал только о смарт-часах. Ну, с опозданием на один день делаю обзорчик циферблата, шортс которого вы недавно видели. Ну и также буду раздавать промокодов. Промокодов немного. В конце расскажу, кто их получит, вернее, или как возможно их получить. Циферблат я назвал не зря так. Комбайн данных. Действительно, на этом циферблате можно вывести столько количества данных, сколько не видел я, в принципе, ни в одном циферблате. Ну, а вот так на данном циферблате выглядит режим AOT или экран всегда включен. Как видите, это аналоговый циферблат с кучей настройки. Вот так данный циферблат выглядит воочию. И, как вы видите, здесь есть вот такой вот переброс окон с данными. Здесь данные криптовалюты, здесь погода, также закат, восход, далее все данные о состоянии здоровья, шагов, всего остального. Здесь у меня, значит, давленица и еще что-то, короче. Ну, здесь же у нас еще и фаза Луны. Видим, значит, цифры в римском исполнении в данном случае. Но это все у нас дело меняется. Помимо того, что здесь все вращается, еще обратите внимание на наш фон. Фон тоже движется, как вы видите, медленно, но вращается. Циферблатик действительно крутой. Думаю, что работа была проделана невероятная. Давайте теперь настройки. Здесь настройки не как обычно на всех циферблатах. Здесь больше настройки, наверное, как вот этих сборных циферблатах. Приложение ставите, и там сборные поперлись. Во-первых, смотрите, здесь уже можно изменять иконочки. Нажали на иконку. Далее, что вы хотите видеть в этой иконке, здесь изменить усложнение. Поехали. Дата, мировые часы, погода, здоровье, датчики, финансы, приливы. Дальше, загрязнение воздуха, сторонние усложнения. Что здесь у нас есть? Сторонние усложнения. Вот, поехали. Дополнения всевозможные, барометры, ну и так далее, тому подобное. Все это здесь делается. Это первая сторона. Далее пошли, допустим, вы усложнение выбрали, и потом дополнение, это то, что изменяется. Или нет, вернее, вот дополнительный слот. И здесь все вот это дело меняется. Каждая иконочка, она меняется. Усложнение, здоровье, дополнительное, поехали, здоровье, уровень заряда батареи. Так, не настроено, ярлык приложения тоже можно сделать, чтобы по ярлыку, так скажем, у нас все дело настраивалось. Дальше, события из календаря. Здесь все это дело меняется. Пожалуйста. Если по какой-то причине у вас вдруг не отображается погода, сделать надо следующее. Заходим в погодку. Усложнение. Дальше изменить условия усложнения. Ищем погоду. Нашли. И вот здесь поехали. Единицы измерения меняются. И дальше модель прогнозирование, глобальная система прогнозирования. Либо ставите базовую систему прогнозирования. Все. И после этого можно даже, возможно, перезапустить циферблатик, и все должно заработать. Ну, в моем случае глобальная система прогнозирования тоже работает. Так, поехали. Здесь, короче, у нас получается все ярлычки меняются. Почасовой сигнал можно установить. Дальше режимчик, местоположение и язык меняется. Поехали далее. Раз, здесь у нас меняются стрелочки. Стрелочки как меняются? Нажали на стрелочки и поехали. Вот здесь уже изменения у нас. Вот такие поставить, вот такие и вот такие. А вообще даже можно, короче, их и изменить. Во-первых, можно отображать секундную стрелку или нет. Ну или кастомизацию сделать, выбрать цвет, какой хотите вообще. В принципе, здесь можно изменить практически все. Дальше, вот, пожалуйста, циферки. Нажали на циферки и поехали. Какие цифры? Арабские, римские или вообще выключено. Кстати, тоже будет, наверное, неплохо смотреться. Потом месяц, метод. Пожалуйста, здесь это все убирается. Стиль точки, точки или тире. Дальше, кастомизация. Пользовательские цвета тоже здесь настраиваются. Поехали. Ну и здесь цвета уже, или так скажем, фон
И вот эти вот, как видите, цифры и все остальное тоже меняется. Нажали и поехали выбирать. Вот такой можно сделать, вот такой, такой. Ну, мне, кстати, больше нравится вот этот цвет. Допустим, выбрали мы его. Выходим. Все показывать не буду. Все. Вот видите, допустим, сейчас у меня не загрузилась погодка. Почему? Нет прогноза. Как раз таки надо вот им изменить, как я вам и показывал. Ну а теперь о том, как вы сможете получить промокод. Просто пишите ваш комментарий. Я просмотрю все комментарии и просто выберу несколько человек, на кого, так скажем, говорится-то, Бог пошлет. Независимо от того, сколько и чего вы там напишете. Просто выберу из всех, скажем так, вот такая у нас получится лотерейка. Ну а вы, дорогие друзья, были на канале SmartWatch. Подписка, лайк. Пока.